Наш земляк, космонавт из Североонежска Иван Вагнер, похоже, на пороге большого открытия с борта МКС. Он хотел снять необычайной красоты северное сияние над Антарктидой, но в кадр попали загадочные летающие объекты. Видео космонавт опубликовал в своих соцсетях. 5 объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Иван Вагнер задался вопросом, что это, метеоры, спутники или... Снятые материалы, переданные в Институт космических исследований Российской академии наук, там выдвинули 2 версии. Вероятно, объекты являются спутниками связи, запущенными компанией Илона Маска SpaceX, либо это части мусора, отделившегося от МКС. Так или иначе, ученым потребуется время для детального изучения. Но вот что неоспоримо, полярное сияние над Антарктидой действительно необычайной красоты. Спасибо Ивану Вагнеру. Ждем новых видео с борта МКС.